На 2 недели улицы аргентинской столицы наводнят горячие ритмы и танцующие пары. В среду в Буэнос-Айресе стартовали фестиваль и международный чемпионат по танго. Праздник открывается выступлением знаменитых исполнителей музыки танго аргентинского коллектива «Сикстета Майор». Ожидается, что в фестивале примут участие более 2000 танцоров, артистов и музыкантов. Это воплощение мечты. Столько людей приезжают посостязаться и мечтают добраться до финала. Мы, Мелангера, танцуем почти каждый день, столько, сколько возможно. Так и здесь, на паркете. Мы именно так живем и так чувствуем. Считается, что танго зародилось в портовом районе Буэнос-Айреса в начале прошлого века. Чемпионат традиционно проводится в 2 категориях – сценическое танго и салонное, которое ближе к истокам. В нем примет участие около 500 пар из разных стран. К слову, в прошлом году лучшей иностранной парой чемпионата были признаны россияне. Мы встречаем людей из разных стран. И хотя мы здесь не первый год, не перестаем удивляться участникам из других стран, которые очень отличаются от нашей. Но мировые чемпионаты по танго, проводимые здесь, в Буэнос-Айресе, по праву могут ими гордиться. Победители в салонном танго объявят 26 августа, а в сценическом 27-го, в день закрытия чемпионата. Помимо выступлений танцоров, фестиваль также включает в себя многочисленные концерты, мастер-классы, конференции и ярмарки. И все это можно посетить бесплатно.